Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Вот такая красота Пеллава Техдас находится 30 минут от Тампере. Ну и, конечно, не могла не поснимать примерки. Многие знают, что я ищу льняное платье. И вот в таком наряде сейчас хожу я. У нас, к сожалению, холодновато. На мне одеты брюки, вот такой топик, и от Мазая вот такая накидушка. Ну и я, конечно, ищу что-то вот такое натуральное, скажем, 100% лен. Хочется купить такую вещь, которая носилась, начиная от весны до конца самого лета. Очень-очень такой, знаете, прозрачная, без рукава, уже, к сожалению, мне не надо, хочется с маленьким рукавом. Ну и вот эта модель, к сожалению, не влезла, как думала я, все-таки, да, еще пухляк я тот, то есть плюс сайз, это размер у нас XL, вот в этом месте кажется, что туговато, и туговат рукав. Лен, конечно, не сядет, это лен моченый. Всегда пишут ограничения макс 5%, здесь этого ограничения нету, но все равно, вот мне кажется, в этом месте как-то очень тесновато. Но как мне нравится этот ворот, очень хочется что-то купить. Да, конечно, в конце видео покажу, что купила я. И здесь такой цвет серо-синий. Ну и почему я всегда смотрю на качество льна, какими нитками пошито. Я много раз крашу вещи, поносил год, два, три. Если действительно даже, вот как говорится, хочешь освежить этот цвет, в Токмане я покупаю краску, в обыкновенном магазине Рока Соло, обыкновенная соль для еды. И эту вещь можно покрасить. Единственное, она должна быть пошита натуральными нитками. Если вещь лен, а нитки синтетические, то, к сожалению, вещь может покраситься, а нитки останутся теми того цвета, которые были. Вот этот фасон очень нравится мне, но здесь коротковат рукав. Вот мои, конечно, пухленькие рученьки видны, и не хватает запаха. Конечно, следующий размер в этом платье должен быть, но это платье одного размера, one size, поэтому оно мне, конечно, маловато. Я не покупаю никогда похудел, поправился, подшил, перешил, подшил и еще раз пошил. Нет, должно быть влитое сразу. Но, конечно, буквой V вырез подходит мне, и мне нравится, что декольте не самое вот такое, знаете, до пупа. То есть, кажется, вот так на лицо пытаюсь переворачивать. Да, неплохо этот цвет, вот такой асфальта серо-синий. Да, неплохо. Ну и я, конечно, пытаюсь еще выправлять свои волосы, смотреть, как с волосами. Иногда вот кажется, что все это сливается, конечно, это примерочная со светлыми стенами, но все равно хочется что-то другого. Вот эту розовую посоветовала мне продавец. К сожалению, у продавца не было вот этого наметанного глаза. Эта вещь мне маловато. Но я не стала ей ничего говорить. Большое спасибо за, как говорится, за комплимент. Она думала, что я гораздо худее, чем вот я на самом деле. То есть мне низ вообще не застегнулся. Ну и вещь, конечно, не моя. Слишком это розовая, нежно-розовая, блеклая. И вот эти карманы накладные еще на женщину большой грудью, вот с этими отворотами, это, конечно, не то, скажем так. Ну и, может быть, фигура должна быть более буквой «Хо». Знаете, плечи и попа вот одного, то есть, конечно, это фасончик не мой. Ну, почему не примерить, не повеселить вас вот своими, как говорится, примерками. Ну и вот так я всегда переворачиваю на лицо. В этом магазине 300 квадратных метров, 4 примерочные, то есть очереди никакой нету. И примерочная хорошая, и большое зеркало, если маленькое, есть стульчик, куда положить свою сумку, присесть и так далее, если какие-то брюки вы меряете. Ну и цены вот такие, я считаю, цены адекватные, 69 евро, 75 евро, то есть никакие не вот такие, что заплати, а потом 2 месяца ешь только макароны. И здесь у нас платье санаторное 3 валана. Очень хороший этот фасон. Ну вот мне кажется, что такое платье мне просто не нужно сейчас. Мне все равно хочется более спокойного темного синего цвета или кобальта синий.
или ночной синий. Но вот розового, вот как бы хорошо не было, все равно мне не хочется розовое. Ну а так, конечно, да, фасончик мой, вот как говорится, женщина без особой фигуры, вот такое отрезное под грудью, три валана, это самое то, и хорошая длина, то есть прикрывает все, что нужно прикрывать, и плотный материал, то есть не то, что ты будешь стоять напротив окна и будет видно все, как говорится, да, лучше не шутить. Ну и сейчас все-таки после юга есть вот такой загар, у меня нету ни крем-пудры, ничего, помада, ну и мои любимые синие очки. Я, конечно, вот так переворачиваю всегда на лицо. Ну и вот это платье посоветовал продавец. Сказал, на твой загар вот этот цвет и под твою помаду будет самое то. Ну, мужчина, ну какой приятный мужчина-владелец. Да, я, конечно, с удовольствием это платье примерила. И даже дала разрешение сфоткать меня в их Facebook. Уж больно он это платье нахваливал. Да, платье неплохое. Если бы я сейчас уезжала, улетала в отпуск, это бы платье я с удовольствием купила. И хорошая цена. 79 евро. И помните, после Юханнуса начинаются обалденные скидки. Конечно, если по Финляндии вы путешествуете, в Пелавотехдес обязательно нужно заехать. И мне нравится этот вырез. То есть вот этот вырез буквы В идет мне. И я думаю, многие любят вот такой вырез. И здесь очень хороший рукав. Вот этот фасон понравился мне, но цвет, вот как бы я хорошо не относилась вот к такому натуральному цвету льна, но мне кажется, у меня все слилось, и, как говорится, волосы мои натурального цвета, я имею в виду не крашеный блонд, и вот это и все, скажем так, остальное. Вот эта молодая девочка тоже такая активная, она все перевешивала, все время советовала мне что-то, но, к сожалению, она советовала такое, что не ношу я, но, с другой стороны, да, конечно, молодые видят эти вещи совсем по-другому, большой выбор комбинезонов, но я, к сожалению, комбинезон даже мерить не стала, хотя на юг комбинезон, мне кажется, со шлепками очень даже и ничего. Ну и вот эта любовь моя с первого взгляда, кобальт синий, вот это статный синий, это мой самый любимый. Ну как вот себе отказать в таком платье? Да, конечно, оно самое дорогое, 119 евро это платье стоило, но в таком платье можно и зимой ходить, оно не просвечивает. И здесь стиль вот такой бого, внизу оно зауживается, два кармана, три четверти рукав, и какой красивый вырез, то есть кажется, даже у меня какая-то шея в этом платье появилась. И мне нравится, что оно уже моченое, то есть оно не сядет ни в ширину, ни в длину. И здесь стирать в 30 и гладить единичкой. Приказала своему, давай-ка ты меня снимай. Но что-то как-то я стала в первой позиции не очень удачно. Но, с другой стороны, ничего страшного. Как говорится, вот так пытаюсь стоять, и мой снимает. Пелавотехдес находится в Тойяласа. И, конечно, здесь у нас от Тампере всего 30 минут. И здесь у нас внизу адрес, пожалуйста, у них есть Facebook. Всегда можно зайти на Facebook, посмотреть, прицениться, что они рекламируют, какие скидки у них и так далее. И мимо вы не проедете бензоазема АБС, то есть вы поворачиваете вот на эту, как говорится, бензоазема, и рядом большой Пелавотехдес. И он работает каждый день с 10 до 18. И, конечно, нужно всегда брать время. Кажется так, что, ну, что я зайду, вот 15 минут, все посмотрю, перемерю. Нет, народ, и час, и полтора, и два часа вы можете в этом магазине находиться. Магазин без конца, без края. Очень много что хочется примерить, поэтому, конечно, нужно рассчитывать свое время. Ну, и вот это платье, конечно, купила я. Сейчас вот эти скидки, ну, как себе можно отказать в таком шикарном наряде? Да, я думаю, это платье я буду носить много лет. Ну и, конечно, у меня есть мозай бусики, у меня есть льняные шлепки, у меня есть льняные тапочки, которые подойдут к этому платью. И я хочу еще раз поблагодарить
владельцев Белого Тегдес, что они дают снимать примерки. Никогда нет вот такого, что ничего не показывайте, ничего не снимайте. Какие любезные продавцы и какой шикарный магазин. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере, из Финляндии. Всем физкульт-привет. Еще раз большое спасибо, кто мне советовал купить темно-синее платье.